Эти молодые люди пишут стихи и прозу и мечтают прочитать свои произведения на публике. Такую возможность им предоставил конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон», который прошел в молодежном спортивном центре. Молодым авторам и чтецам предложили представить произведения на патриотическую тему. Этой осенью Департамент молодежной политики Краснодарского края запустил проект «Литературная Кубань», в рамках которого и проходит краевой конкурс поэтического мастерства «Свободный микрофон». По мнению организаторов, он будет способствовать увеличению интереса молодого поколения к художественной литературе, позитивному позиционированию человека читающего и пишущего, повышению инициативы молодых авторов и выявлению ранее не издававшихся поэтов. В конкурсе представлены две номинации – чтецы и авторы. Первый этап конкурса будет ежемесячно проходить на муниципальных площадках в виде поэтических вечеров на разные тематики. Уже прошли темы «Ты Кубань, ты наша Родина» и «Ломоносовы Кубани», тема ноября «Единство во всем». Пожарски смененным подняли нашу Русь на смертный бой с тиранами отчизны. Вперед, друзья, развеем нашу грусть, сметем врага! Да будем проклят трижды. Россия так величава в облике своем, так высока она и так красива со всех краев своих, со всех сторон. В России разные живут народы и говорят на разных языках. Здесь Муромец Илья совершал свои походы, царями открывались города. Здесь дети Пушкина, Есенина читают, как и в день единства казачий хор поет. И с каждым днем Россия процветает, ничто Россию нашу не берет. В муниципальном этапе конкурса у нас в Белореченске приняли участие около 20 чтецов и авторов. В состав жюри вошли член Союза российских писателей Валерий Комолев, белореченская поэтесса Надежда Солонкова, специалист управления по делам молодежи Владимир Резниченко. По их мнению, самой лучшей в номинации «Чтецы» стала Анна Аганова. Я очень люблю читать стихи и решила, думаю, почему бы не попробовать. Я даже шла на конкурс не ради победы, а чтобы просто поучаствовать. Я даже не ожидала, что я выиграю. Я искала очень много стихотворений, было очень много выбора, но именно то, что мне было по душе стихотворение, которое меня действительно тронуло, то и выбрала, чтобы рассказать, чтобы тронуть других людей, чтобы главное, чтобы было от души. Лучшим автором жюри конкурса признала произведение Лады Свершаевой. Наверное, любовь к родине, то, что несмотря на, что мы все разные, разные народы живут в России, но мы все едины и должны сохранить традиции Руси и это единство сохранить. Всего вам доброго, будьте такими, как есть, любите Россию, будьте ее патриотами. Татьяна Шуляцкая, Сергей Гриценко. События и люди.